Это совершенно мирное кино, несмотря на то, что снято оно было в годы войны. Когда смотришь такие фильмы, возникает некоторое раздвоение сознания. С одной стороны, нас учили, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная, она же Вторая мировая война. С другой же стороны, перед глазами мирный город Одесса, и там разыгрывается советская мелодрама про моряков и крепкую любовь, которая возможна только среди настоящих одесситов и одесситок. Да, совершенно забыл вам сказать, что этот фильм был снят на Одесской киностудии художественных фильмов в 1941 году. А 16 октября 1941 года Одессу уже захватили фашисты. Но это не помешало фильму выйти в прокат 10 мая 1942 года. Жаль, что эта премьера состоялась не в Одессе. Поворот, Оверштаг. Ради грота Шкот.